Окей, ребятки, привет, я Дима, мы Sniper Ghost Warrior 3, будем сейчас выполнять дополнительное задание. У меня так и не работает РБ, почему-то не могу я починить. А, вот, может так получится, да, починил глушак наконец-то. В общем-то очень странно, но он реально не работал, пока я не поменял его туда-сюда. Лады, хорошо. Привет, что там с доп. Заданиями? I have asked Frank Sims to authorize the destruction of the old base known as the Lair. He said you would be the one to talk to. Can I count on you with this? Подожди, опять логово? Опять туда? Мне в натуре возвращаться опять в логово? Ты прикинь? Мало того, что мне опять возвращаться туда. Ядрен башмак. Dr. Opera Marziani is waiting for you. Взять с собой С4 дополнительно. Oh, John, try not to catch anybody's attention before you talk to the doctor. If they spot you nearby the facility, they'll raise the alarm. You're also gonna need some C4, so take it with you. Да трындец. Ты прикинь, а? Если б я знал, а я знал. Не хочу я в логово, логово тупая база. Не хочу я в нее опять ехать. C4 я не взял, не знаю, взял, не взял. Плевать, дополнительное условие к дополнительному заданию. Можно не выполнять спокойно. Ну-ка. Stop that vehicle. Что за говно? Все. Все. Блин, калаш так ломает глушак, это пипец просто. Тупо, но ни одного не было. Ни одной инъекции. Вы что, тупые? Вы свободные, чуваки. Дайте мне, пожалуйста, второй шанс на жизнь. Свободный, говорю. Не могу взять. Это раздражает в этой игре, что все машины нельзя взять. Все. И да, по идее, можно вон туда направо. Тот вопросик пойти, но нет. Проникните на базу, нет. Поднимай тревогу. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-тан-тан-тан. Тянь-тянь. Точка быстрого перемещения есть. Поговорить с доктором Марзиани. Как ты меня не видишь, я не понимаю. Тупой хер. То, что я сейчас делаю, это нихера не осторожно. Попрыгал еще рядом. Можно тут пройти, интересно? Или я зря прячусь? Да, зря прячусь, понятно. Рэпчик опять играет, рэпчик. What the fuck? Don't kill me.
Ясно. Да просто птицы. Просто птицы уничтожили. Просто птицы уничтожили ваших людей, да? Открывали ворота. Просто птицы. Блин. Бляха, там еще один парень. Еще один. Черт. Выше. Вот он. Просто мало ли он бы развернулся. Начал бы страдать херней по моим по моим нервам. Ну, то есть пошел бы смотреть, что там, как там, увидел бы все. Мне такой расклад не нужен. О, здравствуй, 200 метров. Лови, родной. Хорошо. Конечно, чтобы быть спокойней, по-хорошему что нужно сделать? Просканить местность вокруг и узнать, кто здесь может меня запылить, а кто нет. А не делать я такую вот лабуду, как я сейчас. Здесь, конечно, очень много рабочих. Все дела, но, по-моему, есть и вот такие ребята. Еще один ходит, по-моему, вокруг. Вокруг. Сейчас покажу вокруг чего. Ого, что это такое было? Вот вокруг вот этого, короче, места. Или то был последний? Куда ты идешь, блин? Побежал. Если б не побежал, может быть, и в живых остался. Давай-ка, все-таки покажи мне, есть там кто, не? Да, да, видишь. Есть, я же говорю. Не похоже было на попадание в голову. Но это уже не нам решать, да? Нет, пожалуйста. Нет. Тебя от меня не спрятаться, достижение получил. И кажется, тревогу не подняли из-за этого. Ну-ка, тебе от меня убить врага выстрелом из снайперской винтовки сквозь стену. В пятку я его убил. Это вообще сейчас было страшно, если честно, потому что, если что, мне казалось, что все уже закончилось.
Блин, вот для чего разведка нужна, чтобы таких сюрпризов не было, ребята. Так, тревогу все еще не подняли. С тревогой нам все еще везет. Все хорошо. Бегите, бегите, бегите. Пусть пошумит. Наверху я никого не вижу. Может, там впереди камеры есть? Тише, 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 тише. Видел. Потеряли, говорит. Цель, он где-то. Указали вроде на меня сейчас опять. Не знаю, каким таким чудом тревогу не подняли еще. Потому что я чисто в открытую иду. Чисто в открытую. This is it. The hospital. Спрятался. Ты же не побежишь тревогу поднимать, не? Да бежишь, дядя. Сюда же побежал какой-то черт. Охренеть, где он? Прикинь, спрятался где? Жесть. Медсестра шупидрючила. Хер пойми куда. Да иди ты, орёт он, блин. Ну вот то, что тут турель такая, это бесит. Турель классная. Турель повернулась. Есть шанс. Так, ну здравствуй. Not here now. Will you give it a rest? We're all hurting, jackass. Shut up and wait for the doctors. It's only another half an hour. Кто базарит? На втором этаже кто-то базарил? For fuck's sake. For fuck's sake. Leave us alone. Я зло. Я псих. Еще я в игре, так что мне можно. А вот подлечиться взять не забыли, да? Хорошо, не понимаю, каким макаром, до сих пор не понимаю, каким макаром не подняли тревогу. Как твои больные? Убивал твоих пациентов просто. I need access to the tunnels, doctor. Oh, yes. Well, you need to access a computer that can unlock the gates. And then, well, I think that's it. You're set from there.
Да ты что? Не вопрос. Если что, мы не знакомы. На брата он кричал, типа, ты этим оправдываешь, типа, убийство массовое, людей гражданских и так далее. И сам что творит? Вот что творит вообще, а? Смотри, что творит, ужас вообще, что творит. Так, интересно, еще один вход в туннели. Офигеть, вот С4, кстати. В снаряжении нет места. Ну, всяк, работаем. Ворота открыты. О, так это товар для обмена. Ну, то есть это как бы... collectibles винтовка. Да, окей. Казалось, что да. Казалось, что нет. А, господи. Это метка была именно радио. То, что оно там включено. Как, собственно, и тут. Можно на второй этаж подняться, не знаю, пойдем и нет. Продолжаю убивать всех. Продолжаю. Вот мы и внутри. В этот раз получилось как-то попроще, да? Где там солдат? Нету солдата. Да ё-моё. Что за дичь? Наконец-то. Так, мне надо установить снаряды, да, вроде? Для установки... Ну это же дополнительное, бляха-муха, задание. Дополнительное, ядрить башмак. Сучий потр. Говна на палочке кусок. Мне нужно лишить себя чего-нибудь вот этого вот. Или, в принципе, вот этого вот. Это я починить не смогу. Так, и пойдем за С4, да, обратно. Там же они будут. Я думал, это не обязательное задание. Думал. Ну, то есть, как бы да, без С4 заложить С4 сложно, но нет, у меня в голове было то, что типа он заложит какую-нибудь херню, которая у него всегда с собой. А эти типа С4, это то С4, которое. Которое. Ты можешь юзать вот через РБ, но оказалось нет.
Оказалось, надо взять С4 с собой. Для аптечки нету места. С собой. А вот и С4, видишь? Да, так что придется побегать. Такое длинное дополнительное задание. Но зато, вот как я ненавидел эту базу, ее наконец не будет. По крайней мере, складов точно. Ты жив? Тебе похер, да, вот на это тело? Странный. Патронов больше нет, 13 патронов осталось. Я думаю, что не перезаряжается. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ставь, родной, давай. Ту-ту-дит. First one planted. Got it. Two more to go. Мне кажется, все эти взрывчатки нужно разместить на первом этаже. Взломаю, чтобы не было приколов больше с камерами. Ну, оружие взяли с собой. Да, я знаю, это не нужно делать. Мы уже взломали камеру, так что... Камеры. Но хочется пострелять. All charges set. Copy. Withdraw to a safe distance and detonate C4. Ясно. Ну и глушак не работает. Смотри. Seems far enough. Now blow it up. Бонус, блин, был бы за то, чтобы я сбежал из вентиляции. Черт. Я не обратил на это внимания. Не обратил на это внимание, тупо. Тупо не обратил на это внимание. Ну и хер бы с ним. С этим бонусом надоело лазить тут. Хорошо. Уничтожили, и то хорошо, и то ладно. Бегом отсюда теперь. Мы сейчас получим плохие оценки. Ба-бам! Герой Шахтерский городок. Достижение. Завершить все доп. Задания в Шахтерском городке за одно прохождение. О, ништяк. Good job, John. 23 Society won't be using that particular sandbox again. Lots of expensive toys gone. But enough to make it worthwhile. Не так как много, значит, да? Let me guess. We need to plug more rat holes, John. Plug the holes and choke off their operations. We're not done yet. Yeah, I'm on it. Out. Биосубстанция. Понятно. Дермище нахватал, дермище. Хорошо, прыгаем домой. Нужны патроны. Нужна починка. Нужен ремонт глушака за место С4. Нужно взять задание. В общем, много чего нужно делать в убежище. Но вот именно тут, в Шахтерском городке, все задания выполнены. Дополнительные, это здорово. Что-то подлагнуло сейчас. Подлагнуло. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. 8-14-20-26. Ништяк.
Ништяк. ISS. О, урон какой, смотри. Отдача меньше. Устойчивость меньше. Темп стрельбы меньше. Снижение шума меньше. Подвижность меньше. Херачит. Зато урон какой. Давай. Ясно. Сошечку поставим. Глушака не будет. Глушителя на него не бывает. Ну и нахер ты мне нужен тогда, да? Мне понравилась наша Knight 110. Подождите, еще раз нужно. Я еще не все сделал. Во-первых, естественно, побольше патронов. Прям побольше. Тут тоже. Во-вторых, значит, раз, С4 идет нахер, и ремонт глушака ставится сюда. Два, третьих, здесь уже все стоит. Что можно здесь поставить? Продвинутая разведка, взлом, ночное видение, которым я ни разу не пользовался, средний аккумулятор. Уже стоит, камуфляж нахер не нужен. Понятно, здесь все. Здесь все. Тише. Нам нужен лёд. Ну-ка. Мышеловка. Воспользуйтесь подсказками Ракели. Разыщите Классовича в районе плотины. Доберитесь до транспортного средства. Не вопрос. Транспортное средство у нас тут рядом. Что-то какие-то подвисания происходят непонятные. Здравствуй. Здравствуй. Погнали. метров. Не обязательно. Там, походу, новая локация. Походу, к новой локации едем. А не просто так. Доберитесь до туннеля, да, ребят? В новую локацию. Что ж, хорошо. Значит, это будет третья локация уже. Это круто. Корабль какой-то стоит. Погнали. Что происходит? Меня посадили в машину или как? Я был в машине. Что за... Открыл дверь, сел в машину, завелся. Что за звуки? Игра, пугаешь меня? Давай, просыпайся. Ну, и так загрузка уже очень долго идет. Давай. Ребята, что с ней? Ну, наконец-то. Действие третье. Вон оно как. Враг моего врага достижение. Нет более жестокой войны, чем та, что ведется между братьями Говард Субер. Эх. No, you don't. Just get to it. I'm in no mood. We know Vasilisk was spooked by an American scoping out the quarry. That's you, John. He was freaked out enough to move Flostov to a more secure location. I quote, put him in that old lab where the engineers captured by Klosovich used to work. Flostov, that precious scientist Mossad wants to recruit. I was wondering what the separatists wanted with him. But now... Now I'm practically sure that he's being held by the 23 Society. Jesus. Okay.
So who's this Klosovich guy? Mikhail Klosovich. Politician. Local mayor. Corrupt to the core. I think Flostov is in an old lab he used. Where those captured engineers used to work. So Klosovich is the key. And I know where Klosovich is. Don't know if it'll be too late to save Robert. We can only try. Out. Дичь вообще. Господи, что ты за долбоящер? Стрёмное какое-то место, если честно. Очень. Пипец. Да уж. Очень стрёмное место. Намекает ли нам игра, что она вся в этой локации будет такая стрёмная? Или как? Вот уж не знаю. В любом случае, круто, что сейчас начался третий акт. Очень здорово. Это значит, что половину игры мы точно прошли. По актам, по крайней мере, по действиям. Порт Миданара. Кстати, навыки давно я не улучшал. А ведь куча всего понаполучал. Смотри, в снайпере аж 19 очков. В режиме разведки активируют способность обнаружить ящики с припасами сквозь стены в радиусе. Бла-бла-бла. Метки стрелок. Винтовки происходят на 20% быстрее. В режиме разведки видны очертания помеченных врагов. 8 очков. Жесть. Жесть. Резко мы потратили все на вот это вот. Хорошо, здесь 7 очков. 50% меньше шума при ходьбе и прыжках. И все. И больше ловушки я не использую. Так, 10 очков. Больше ничего я не смогу прокачать, точнее, потому что ловушки я не использую. Прикольно. Дополнительная ячейка для устройства. Это как раз вот можно было бы еще и C4 таскать с собой. Более выгодные цены на приборы и боеприпасы. Ускоренная перезарядка. Давай, ладно. Неограниченная выносливость на 20 секунд при минимальном уровне здоровья. Дополнительное деление на шкале здоровья. Дополнительная ячейка для устройств. Хорошо, прокачались. Довольны. Немного, но довольны. Поначалу на новых локациях приходится ездить самостоятельно, потому что, ну, очевидно, точки быстрого перемещения еще не открыты, не активированы, так что, да. Известно, что написано в грузинском, просто потому что... Гуляйте, суки, летим нахер, ап, машину сейчас взорвут нахер, ай. Вот это мне прилетело. Не очень хорошо сейчас было, очень нехорошо, я бы даже сказал. Ох, так, убежище. Хорошо. Звуки такие, как будто бы я в глухой комнате. Это очень странно. Действительно ведь складывается ощущение, будто бы ты не в горах Грузии, а в глухой комнате. Это странно, я уже сказал, да. Так. Ёвать. Давай, до 9. Стандарта наша, стандарта. Та-та-ра-та-та-та. Ну да, идет уже действие 3, незваный гость. В общем, на этом тогда закончим эту серию, продолжим следующий.
с действия 3. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Дальше круче. Удачи.